свет, диафрагма, это второй. Выдержка – это третий параметр, с помощью которого количество света можно управлять. И есть еще один, четвертый – это ISO. Это усиление работы матриц. Чего, собственно, вы хотите делать дальше вот с этими знаниями, которые вот, вы пришли получить? Затачиваете себя на съемку кино или затачиваете себя на съемку или производство клипов музыкальных, или хотите вести блог, да, или вы хотите зарабатывать на коммерческой съемке, снимать рекламу, там, я не знаю, корпоративное видео. Меня зовут Руслан, у меня аграрный блог. Ну, у нас не так давно поступило предложение хорошее поснимать за границей. Поэтому мы хотим чуть-чуть подтянуть там именно на двоих, два человека за границу. И поэтому мы вот с супругой думаем подтянуть свои знания и навыки для того, чтобы в монтаже и в сценарии, и в операторском. Помощник оператора может взять, ну, склонить какую-то ветку или взять, там, сломать ветку прямо перед объективом поставить. И у вас появляется передний план в размытии, красивый. Снимать видеоролики, возможно, клипы, возможно, что-то коммерческое, рекламное. Ну, естественно, очень хочется снимать фильмы. А такие кадры реально снять днем или это чисто ночью? Здесь нужна ночь. Там ночь, искусственный свет был, правильно? Фотографировала для себя, снимала тоже, вот решила ознакомиться поближе с этим всем. Очень интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Вы видите студию в 3D, вы видите финалочку, какая должна быть, и вы видите сверху, где размещен какой прибор, какой флаг стоит, отражатели, если использовались, где фон. У меня просто есть своя фирма и хотела бы снимать, научиться рекламные ролики. Ну, так. Там, наверное, для соцсетей и... В принципе, дальше уже будет видно. Я покажу вам, как ставится свет в интерьере, в экстерьере, на натуре. Да, там это отличается от интерьерной съемки. Интересно, что все с фотографии переходят на видео. Ну, наверное, для многих фотография – это какой-то этап первичный, как правило. Редко кто, наверное, начинает с видео, потому что все-таки это сложнее. Самая левая картинка. Она пересвеченная, не больше на две ступени. Здесь на два пункта больше света, чем должно быть.